Добрый день, меня зовут Максим, и я являюсь экспертом компании «Колонил». Сегодня я вам расскажу о том, как правильно ухаживать за обувью с мембраной. Мембраны, вы знаете, не пропускают воду и ветер, но еще и любая обувь от производителя имеет внешний защитный слой, который как раз-таки со временем может истираться. И вот как раз если нам мембрана дает защиту от влаги, и она действительно не попадет внутрь обуви, то внешний защитный слой, он не дает этой влаге скапливаться на обуви, смачивать эту обувь и тем самым создавать условия для того, чтобы мембрана переставала работать. Из-за чего происходит истирание этого внешнего защитного покрытия? Конечно же, активное использование обуви, конечно же, ультрафиолет, конечно же, вода и грязь, которые естественным образом со временем уничтожают это внешнее покрытие. Если внешний слой материала намокает, это приводит к утяжелению веса изделия, это приводит к тому, что мокрая ткань быстрее и сильнее деформируется. В конце концов, это приводит к тому, что мембрана перестает пропускать через себя воздух, то есть ее функция такая, как паропроницаемость, исчезает. И таким образом нога начинает промокать от естественных выделений человеческого тела. Итак, для восстановления водоотталкивающего защитного слоя мы будем с вами использовать средство Carbon Pro от компании Colonil. На данный момент это является средством уникальным на рынке, не имеющим аналогов. Это пропитка, которая подходит для любых материалов. Но я сначала хочу вам продемонстрировать то, как пропитка себя ведет на материале. Ведь нередко мы считаем, что если обувь чем-то защитить, то она становится как резиновые сапоги. Она действительно ничего не пропускает, но она также и не пропускает воздух. Так вот, сейчас эксперимент вам даст понять, что это не так. Итак, обратите внимание, перед вами банка с тканью, которая была заранее обработана Carbon Pro. Я беру небольшое количество воды, наливаю на эту ткань. Если бы ткань не была обработана защитным спреем, то буквально за секунды, ткань достаточно тонкая, за секунды она бы намокла и вода проникла бы внутрь банки. Но мы с вами видим, что вода находится на поверхности ткани и никак не может проникнуть внутрь. Ткань не смачивается. Я добавлю еще немного воды. И вот теперь как раз-таки мы с вами сейчас убедимся в том, что несмотря на то, что ткань не пропускает влагу, она все равно остается дышащей, то есть воздух проходит. Для этого я использую небольшой насос. И обратите внимание, на поверхности воды появляются пузыри. Это нам лишний раз доказывает, что воздух совершенно спокойно проходит через материал, но при этом вода материал не смачивает. Таким образом, обувь остается сухой. Прежде чем нанести защитный спрей на нашу обувь, мы должны поверхность обуви подготовить, потому что обувь должна быть сначала очищена и высушена, так как Carbon Pro должен быть нанесен только на чистую и сухую поверхность. Перед тем, как мы будем очищать обувь, очищать мы ее будем специальной пеной, я освобожу обувь от шнурков. Но сначала скажу несколько слов о нашей пене. Пена Carbon Complete. Пена универсальная, подойдет для любых материалов. Пена обладает тройным действием. Она может очищать, это ее основная функция, она может смягчать материал, и она, конечно же, дает очень кратковременную, но все-таки легкую защиту. Основным защитником, мы знаем, у нас выступит Carbon Pro. Итак, освободим сначала нашу обувь от шнурков.
Так, сейчас я вам хочу показать два способа, как мы будем использовать пену Carbon Complete для очищения нашей обуви. Первый способ. Если наша обувь слабо загрязнена, имеет небольшие загрязнения, я возьму пену, возьму губку, нанесу пену непосредственно на губку. И далее начну губкой, собственно, убирать эти самые загрязнения с поверхности изделия. Второй способ заключается в том, что если наша обувь имеет более сильные загрязнения и потребуется большее воздействие нашей пены, то я пену намажу непосредственно на сам материал и оставляю пену на изделии примерно на 3 минуты. Это нужно для того, чтобы пена отъела грязь, а остатки этой грязи и мыльность оставшуюся мы могли убрать с помощью губки. И тогда мы с вами получим очень хороший результат. После этого необходимо дождаться полного высыхания нашего изделия. Напомню, что защитный спрей Carbon Pro мы наносим только на чистую и сухую поверхность. Итак, мы с вами почистили обувь, подождали, когда эта обувь полностью высохнет. Теперь пришло время обработать ее защитным спреем Carbon Pro. Берем спрей, обязательно предварительно встряхнем. И с расстояния в 20 сантиметров начинаем равномерно распределять по поверхности изделия наш защитный спрей. Я должен нанести спрея так, чтобы увидели мои глаза, что материал стал влажным, но на нем не появилось капель подтеков. Таким образом, я осуществлю глубокую пропитку материала. Я дам изделию максимальную защиту, на которую способен карбон. И вот тогда, после этого, я подожду еще 20 минут и таким же образом нанесу второй слой. После этого я дам нашему средству, я дам нашему изделию полностью высохнуть. Это важный момент. Средство начинает работать только когда оно полностью высохло. Это после этого должно пройти время не менее 8-10 часов. Иными словами, подобную процедуру лучше всего делать на ночь. Итак, сегодня мы с вами поговорили о том, как правильно подготовить трекинговую обувь к сезону. Мы с вами посмотрели на то, как обувь сначала нужно почистить. Это обязательное условие. Потому что защитный спрей Carbon Pro мы всегда наносим только на чистую и сухую поверхность. Для очищения мы использовали пену Carbon Complete. Напомню, эта пена универсальная и подойдет для любых материалов. А уже после того, как обувь была почищена и полностью высушена, мы с вами использовали защитный спрей. Спрей также универсален, подойдет для любых материалов. Это максимальная защита на сегодняшний день. Помним, что для должного эффекта мы пропитываем обувь в два слоя, и вот тогда наша обувь действительно будет защищена. Опытные туристы используют защитный спрей несколько раз в году, но точно не менее одного раза в сезон. Хочется сказать, что девиз Colonial лучше сохранять, чем восстанавливать. И если вы используете как раз таки защитный спрей Carbon Pro, то вы сохраняете свое изделие, продляете ему жизнь.